Белгородский ФОК «Богатырь» всегда готов помочь в развитии крепких ребят и девчонок и традиционно приглашает на занятия поклонников тяжелой атлетики, даже если вы хотите сделать первые шаги в этом виде спорта. Приглашаем, как всегда, мальчиков и девочек 2009-2012 годов рождения. Это мы набираем группы начальной подготовки. Но это не значит, что только этого года рождения. Все, кто хотят стать сильнее, тяжелая атлетика – вид спорта такой, где никогда не поздно достигать результат. Вот. И поэтому ждем всех, кто желает приходить на тяжелую атлетику. Но в основном на группы начальной подготовки мы приглашаем ребят, мальчиков и девочек 2009 года, 2009 года и 2012 года рождения. Девчонок в тяжелоатлетическом зале мало, это традиционно, но есть желающие изменить свою фигуру. Мы специально девочек как бы не ходим, не набираем. Кто приходит, тот приходит. Но в этом году я вам скажу, что пришло 3 девочки. Поэтому мы надеемся, просто сейчас одна из них болеет, другая вот пришла на следующую тренировку. Поэтому девочки есть. Но те, кто именно желают, те, кто хотят, вид спорта такой, что он для всех доступный. Как родителей убедить в том, что тяжелая атлетика и штанга не приносят вреда для здоровья, даже если в будущем ваш сын или дочь не будут тяжелоатлетами? Убедить результатом. Родители увидят, когда они начнут заниматься, пользу или вред тяжелой атлетики. Поэтому вот со своей стороны хочу сказать, что тяжелая атлетика – это вид спорта, ну, наверное, не единственный, но это вид спорта, который развивает мускулатуру, мышцы всего тела, гармонично развивает. Мы работаем над гибкостью, мы работаем над скоростью, разнообразное качество развивается благодаря тяжелой атлетике. Поэтому, ну, я считаю, что занятия тяжелой атлетикой разносторонне развивает молодых ребят. Безусловно, тяжелая атлетика воспитывает не только красивых ребят и девчонок, но и готовит будущих спортсменов. Набираем ребят для того, чтобы в дальнейшем специализировать их в тяжелой атлетике. Они выходили на помост и поднимали, и занимали места, и защищали честь и Славутича, и области, а может быть и Украины. И кроме того, вот из 5 дней в неделю в среду мы проводим тренировки, такие, как мы их называем, игровые дни. То есть это, если тепло на улице, значит футбол, если на улице прохладно или зимой, это эстафетки какие-то, полоса препятствий, какие-то полосы препятствий на время, гимнастические упражнения, легкоатлетические упражнения, упражнения на растягивание, упражнения на исправление осанки, на укрепление мышц спины, то есть разнообразные упражнения, поэтому каждый день они разноплановые нагрузки, и я считаю, что те дети, которые вот ходят регулярно, и родители, которых относятся без боязни к нашему виду спорта, они ничего не потеряют, а только лишь приобретут. Куда обращаться, если вдруг родители или ребенок заинтересовался? Если заинтересовался, мы здесь каждый день. Запись проходит с 3:30 до 9:00. Всегда тренеры здесь, поэтому в любое время вы приходите. Контактные телефоны 066-127-22-92. Это мой телефон. Работают на отделении 2 тренера. Это Зубец Геннадий Сергеевич, мастер спорта Украины. И он воспитанник этого зала, нашей ДВСШ. Работает уже, тем не менее, с 2005 года. Уже давно мы вместе работаем. И я, Каленский Юрий Петрович. Поэтому можно приходить с понедельника по пятницу. Суббота тоже, но желательно с понедельника по пятницу. Да. С 3:30 до 21:00. ФОК «Богатырь» и кадры США приглашают молодых и юных славутчан. Спортивный зал, где можно увеличить мышцы и, возможно, стать спортсменом и завоевывать медали и кубки в тяжелой атлетике.